Добрый день, обзор мотоцикла Honda WFR 800 2005 года, версия VTEC. Как всегда, без пробега по России, привезен данный мотоцикл из Европы. Покупатель будет первым собственником. Мы предоставляем полный комплект документов для постановки на учет. Никаких дополнительных доплат не потребуется. Отправляем в регионы России транспортными компаниями по Москве, Московской области. Можем доставить собственными силами. Небольшие царапины. Здесь едва заметно. И вот здесь присутствует. Холодный пуск. Пока он прогревается, покажу резину. Значит, переднее колесо 21 года, это Bridgestone. Передний тормозной диск 4 с лишним миллиметра. Минимально допустимый остаток здесь 3,5 миллиметра. Колодки больше половины, процентов 60-70. Пыльники сухие. Заднее колесо 2020 года. Колодки остаток больше половины, тоже процентов 60-70. Даже видно маркировку производителя, это колодки Brembo. Толщину заднего диска, к сожалению, замерить тут неудобно. Точнее, можно, но на видео я не смогу показать даже, поскольку мешает консольное крепление колеса. Два ключа, набор инструментов под сиденьем есть. Уже начинает прогреваться. Вот обороты уже упали. Помимо данного мотоцикла у нас всегда есть в наличии еще мототехника. В наличии сейчас Suzuki Katana, FGR несколько штук, Pan European,
ВФР, Вородера. А также в ближайшее время привезем еще порядка 7-8 мотоциклов. Поэтому подписывайтесь на наши соцсети. Также следите за нашими объявлениями на торговой площадке Авито. Можете подписаться на аккаунт. Всем большое спасибо за просмотр данного ролика. Крепкого здоровья желаем всем. Всего наилучшего. До свидания.